Кирилл, он до конца остался патриотом, глубоко переживающим свою разлуку с Родиной. Находясь в эмиграции, он писал: «Я пишу ту музыку, которую слышу внутри себя. Я русский композитор, и мое отечество воздействовало и на мой темперамент, и на мое мировоззрение. Поэтому и музыка моя русская». Тема Родины центральная в зрелом творчестве Сергея Рахманинова. С наибольшей полнотой воплотилась в его крупных произведениях, таких как второй и третий фортепианные концерты. Искренность и личность – таковы основные характеристики музыки Сергея Васильевича Рахманинова, далекого от модернистских исканий и различных измов. Его фортепианная игра и его музыка шли в первую очередь не от разума, а от души, от сердца. Закономерно, что его несовременные произведения пережили многие злободневные сочинения. И сейчас, век спустя, продолжают находить отклик в наших сердцах. Спасибо нашим гостям. Мы получили колоссальное удовольствие, соприкоснулись с великой музыкой нашего великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Спасибо вам, дорогие. Я слышала, когда вы...